traveling far without a home, but not without a star. It seems so far away. We're traveling light today in the eye of a storm. In the eye of a storm. Home. Home. Сотрудники редакции специально постарались это сделать встречи, и деньги, которые пойдут в фонд редакции для сотрудников. Поэтому... Встречают нас по полонами.
на танцевальную площадку на торжественную школьную линейку. Пожалуйста, дорогие учителя, гости, все проходим сюда на танцевальную площадку. Потом мы пойдем к столам. Все проходим на танцевальную площадку. Сюда, пожалуйста, все на построение на танцевальную площадку. Школа 23, школа номер 1. Третья школа, дворец пионеров, пожалуйста, мы ждем вас. Пожалуйста, дорогие гости, пожалуйста, проходим на построение. Смелее, смелее. Поднимите ваши таблички. Школа номер 9, 35-я школа. Сегодня нам дают Ирочка и Рома. Ира и Рома, первый школьный звонок. Проходите, пожалуйста. Нас сейчас будет больше. Входим на танцевальную площадку. Мы собрались сегодня в самом большом ресторане нашего города, в прекрасном ресторане «Ашана», на вечер встречи с педагогами, с учителями нашего прекрасного города. Мы проводили очень много вечеров встреч. Сегодня наш вечер необычный, ведь все мы с вами были когда-то и сейчас остаемся учениками. Вы были когда-то и сейчас, дорогие учителя, остаетесь нашими любимыми учителями. Потому что еврейский закон говорит, если тебе что-то говорит учитель и что-то говорит родитель, что ты должен в первую очередь выполнить? То, что говорит тебе учитель. Учитель – это святое слово. Это святые люди, это те люди, которые научили нас читать, писать. Это те люди, которые дали нам путевку в жизнь. Дорогие учителя, я приглашаю вас сюда на торжественную школьную линейку. Пройдите, пожалуйста, займите места здесь, рядом со мной. Учителя... Аплодисменты в зале, пожалуйста. Аплодисменты в зале. Вы помните, как у нас было в школьном дворе? Выходили на крыльцо все учителя, а мы маленькие, еще не все знающие, с цветами в руках, с нетерпением ждали встречи с первым учителем. Учителем, который остается у нас в памяти на всю нашу жизнь. Итак, дорогие гости, дорогие черновчане, перед вами наши родные учителя. Аплодисменты, пожалуйста. Все.
Сегодня на нашем вечере присутствуют гости со всех концов Соединенных Штатов Америки. Сегодня на нашем вечере присутствуют гости из Канады, гости из Израиля, гости даже из нашего города. К нам навстречу прилетела специально из города Черновиц наша любимая учительница Изольда Петровна Рубинштейн. Аплодисменты, пожалуйста. Пожалуйста, аплодисменты, аплодисменты в зале. Седыми прядками над нашими тетрадками учительница первая моя. Изольда Петровна, наша гостья из Черновиц. Пожалуйста, аплодисменты. Аплодисменты, пожалуйста, в зале. Она проделала очень долгий путь через океан, и сегодня она на вечере вместе с нами. Пожалуйста, место Изольде Петровне. Пожалуйста. Пожалуйста. Подойдите сюда, Изольда Петровна. А сейчас я приглашаю детей раздать букеты и памятные школьные звонки нашим любимым педагогам. Аплодисменты, пожалуйста, пожалуйста. Не стесняйтесь, аплодируйте. У нас впереди сегодня очень большой вечер, очень интересная программа. Пожалуйста. Наши прекрасные детки вручают гостям школьные звоночки и цветы. Берите, дети. Вот звоночки. Звоночки. Пожалуйста, все гости. Все наши учителя получают памятные букеты и звоночки. Помогите, пожалуйста, помогите, учителя, помогите нам. Эта видеокассета поедет в Черновцы. Она поедет, ее будут смотреть ваши коллеги во всех учебных заведениях нашего города. Пожалуйста, улыбайтесь. Это незабываемые минуты, незабываемые мгновения нашего вечера. Мы собрались в самом большом ресторане нашего города Нью-Йорка, Шара, на вечер встречи с учителями города Черновцы. Итак, все головочки, все получили. Изольда Петровна, будьте добры, я здесь, Изольда Петровна. Изольда Петровна, здесь, сюда. Да.
9-я средняя школа, Изольда Петровна. Расступитесь, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, дорогие учителя, дорогие земляки, я предоставляю слово, я прошу минуточку внимания, мы точно похожи сейчас на маленьких школьников, на маленьких детей, которые пришли на первую школьную линейку. Я передаю микрофон Изольде Петровне, 9-я средняя школа города Черновцы. Пожалуйста. Уважаемые гости, дорогие друзья, я прошу вас занять места в своих учебных классах. За столами, пожалуйста, все проходим в свои классы и начинаем первый, ну раньше это был ленинский урок, у нас первый нью-йоркский урок. Итак, все занимаем места. Учителей первый наш тост. Пожалуйста, дорогие друзья, первый тост за здоровье и счастье наших родных учителей. Которую исполняет наш земляк, первая труба Израиля,
Аркадий Фельдер, по кличке Агашкин, он специально для нашего вечера прислал эту кассету с последними своими записями. Звучит «Золотая труба» Аркадия Фельдера Агашкина. Наполнить бокалы. Рядом со мной стоит Фира Стукинман. У него в руках уже рюмка. В ней рил-водка. Да. Она готова к следующему тосту. Пожалуйста, дорогие гости, я прошу вас всех подготовиться к следующему тосту. Дорогие друзья, я рада, что мы сегодня все собрались, и сбылась моя мечта. Когда я шагала по улице, я напевала песню о первой учительнице, и мне пришла идея в голову посвятить учителям сегодняшнюю нашу встречу. Это был нелегкий тернистый путь, поверьте мне, организовать такой вечер, но я счастлива. Я узнала много хороших людей, я приобрела прекрасных друзей, и я счастлива тем, что мы сегодня все вместе. И давайте поднимем бокалы за счастливый, хороший наш вечер. Я прошу вас всех стоя поднять бокалы за такое доброе и прекрасное напутствие нашему вечеру. Все дружно встали, пожалуйста. Второй тост можно еще подняться. Я понимаю, что в третьем уже будут проблемы. Можно будет сидеть. Сейчас все встали дружно. Молодцы. За наш прекрасный вечер, за вас всех, дорогие друзья. Здоровья вам, благополучия, счастья, всего вам самого доброго на этой прекрасной земле, в этой прекрасной стране, которая называется Америка. God bless America. Педагога. Очень много учеников помнят Юрия Ильича Греблю. Этот педагог готовил во все вузы бывшего Союза без промаха. Все студенты, в том числе мой брат, которые проходили подготовку у Юрия Ильича, поступали во все вузы бывшего Союза с первого раза. Пожалуйста, аплодисменты в зале, пожалуйста. Видите, если бы я сейчас давал 256 задач по физике на этот урок, он так это делал. А сейчас мне уже совершенно ничего не грозит, и поэтому я стал музыкантом. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие мои коллеги и мои ученики. Очень рад вас всех видеть в здравии, такие красивые все, красивее, чем мы были, когда были учениками, когда носили маленькую такую девочку, девичью форму. Желаю всем. Очень трудно говорить, легче, конечно, проводить урок с вами, чем перед вами выступать. Я вам желаю всего-всего самого наилучшего. Я бы хотел только пару слов сказать, если вы желаете послушать. Как я адаптировался в Америке? У меня здесь жил коллега, большой друг и большой человек, Семен Осипович Копельман, который, к сожалению, здесь не присутствует. Он умер в 1993 году. Когда я собирался сюда поехать, он мне сказал, написал в письме, следующие три пункта. Первое. Едешь в Америку, забудь, кем ты был. Второе. Не забарахляйся. Третье. Приведи побольше зелененьких. Третье. Я выполнить не могу. Понимаете, где мы жили, в какой стране? Первые два я выполнил. И поэтому мне было очень легко адаптироваться в этой стране. Чувствую себя хорошо, мои дети прекрасно устроены, и желаю вам всем радости от своих детей и внуков. У меня внук уже студент медицинской школы, кончил университет и прекрасно учится. Дай вам Бог здоровья и счастливой жизни.
Спасибо вам, Юрий, за эти пожелания. Очень хорошо, что вы уехали так рано из Черновиц. Если бы вы уехали чуть попозже вместе со мной, вы бы приехали сюда миллионером. Когда я уезжал, счет наших зарплат шел на миллионы. Да, но купонов тоже. Купонов, да, не долларов. Спасибо. 18-я школа, которая была на Стасюка. Окей. Well, нам очень приятно, что мы собрались сегодня и увидели столько знакомых лиц. Каждый год нас больше и больше. Я еще не среди своих учеников, я работала в 18-й школе, преподавала в начальных классах. Наверное, к концу вечера кого-то встретим. И большое спасибо Фире и организаторам этого вечера за то, что не смогли собрать такую большую прекрасную толпу. Будем каждый год с удовольствием приходить и встречаться со своими знакомыми. Всего хорошего. Ну, я очень рада тому, что я сегодня, хотя я никогда не была учительницей, правда, я преподавала немножко в Академии художеств, но и преподаю, кстати, здесь историю искусства, но в Черновицах была ученицей. И я рада была встретить здесь своего учителя, Юрия Ильича Греблю, который был моим тутором, как мы говорим здесь. И я ему очень обязана, потому что он подготовил меня к сдаче там, экзаменов и так далее, и так далее. И вообще я с большой благодарностью вспоминаю Черновцы и школу, в которой я училась. Но, наверное, я вспоминаю с благодарностью все, что было со мной в моем детстве. Спасибо. Я хочу сказать, что в этом ресторане сегодня воздух особенный. Воздух нашей юности, воздух нашей молодости. Город Черновцы – это был особенный город. Он поражал своей красотой, но в первую очередь поражал своими людьми. Добрыми, сердечными. Все мы знали друг друга, все мы выходили на Кабалянскую и говорили «здрасте, здрасте, здрасте». И это никогда не кончалось. Частичка нас, несмотря на то, что вы в огромной стране, в Америке, все равно там. Пусть мы будем молоды, давайте встречаться чаще и дружить. Добрый вечер. Мы Павлик и Таня Солодник. Мы очень рады поприветствовать всех черновицких. И мы рады, что мы здесь. И увидеть всех наших друзей, знакомых. Я передаю трубочку. Вечер прекрасный. И очень хорошо встречать своих земляков. Фира и Боря Шпилберг. Очень приятно быть здесь. Спасибо за организаторам этого вечера. Мы надеемся, что через лет 20-25 мы друг друга узнаем. Привет всем черновицким. Очень приятно. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном зале русского ресторана «Океан». И, как всегда, весь вечер вместе с вами экспресс-мен Леона Петровского. Мы начинаем наше первое танцевальное отделение. И от души желаю вам приятного отдыха. И расставляет по своим местам. Здесь больше не гуляет, а время нас ломает и расставляет по своим местам. Гостиница моя, разгуляя, и жизнь моя, загуляя, я по гости приеду в юности своей, до краев долей, лодки не жалей. Гостиница моя, разгуляя, и жизнь моя, сердце, давай с тобой, девчоночка залетная, вспомним о годах, прожитых годах. Гостиница моя, разгуляя, и жизнь моя, сердце, я по гости приеду к юности своей, до краев налей, лодки не жалей. Я хочу передать большой привет всем черневчанам. Огромное им спасибо за то, что мы какой-то период времени были вместе.
Что еще мы будем дать тебе? Что? Привет всем! Всем привет своим знакомым! Кто нас знает? Да. Да. Что да. Было все хорошо! Говори, я потом возьму. Я потом возьму. Клиентам всем! Клиентам всем! Всем привет! Вот. Я передаю привет своим детям. Я их очень люблю, обожаю и жду с ними встречи. Внучки особенно, особенно внучки Алиночки. Дорогие друзья, очень приятно встретиться с вами. Эти встречи продолжаются из года в год, но в этом году это встреча учителей с учениками. Мы встретили много людей, которых мы не видели годами. Мы очень благодарны Фире, которая сделала этот вечер и сделала для нас счастливое время. Большой привет черневчанам. Кто нас помнит, вам всем привет. Мы бы рады были приехать к вам, как сказал мэр города Черновцов, в октябре, на День Черновцов. Так что если мы получим приглашение, то мы подумаем, может, мы приедем. Спасибо. Встреча черновчан всегда волнительная, потому что идешь не просто на встречу с людьми, идешь на встречу с молодостью, с юностью, да и ушедшей уже безвозвратной жизнью. Хочется пожелать всем доброго здоровья, долгих лет и на многие года продолжения вот этой встречи. Не черновчан, а землян. Землян. Вот за эту встречу, за доброе здоровье я сегодня пришел сюда. Эй,
друзья черновчане. Мы вас очень помним, любим. Любим и помним всегда. Я очень благодарна 41-й школе за те знания, которые они дали моему внуку. Он сейчас учится в Сан-Франциско и показывает отличные успехи в учебе. Я хочу передать привет учителям 14-й школы. Мы их тоже помним и любим. У нас кафедра вот сейчас стоит со мной, английская, и, по-моему, неплохая и дружная. Однако нам очень не хватает своих коллег, которые всегда с нами. Счастья, здоровья и успехов в работе. И не хватает клуба интернациональной дружбы, который руководила Фира Ефимовна. Вот это вы слыхали наши добрые пожелания всем, кто там остался. Наши добрые воспоминания. Нас не покинут никогда, потому что то жизнь, пройденная жизнь. Спасибо. Учителям 31-й школы большой привет. И очень хочется с ними встретиться. Ну что, мы все очень рады встретиться с нашими старыми друзьями, одноклассниками, приятелями, которых мы не видели десятки лет некоторых. И благодарим организаторов этой встречи. И надеемся, что она будет регулярно повторяться, эта встреча. Мы, черновицкие, всегда помним свою родину. Мы всегда помним наших друзей в Черновцах. И чтобы все были счастливы. У нас в гостях наша землячка, черновчанка, директор школы музыки и искусств имени Дмитрия Шостаковича Диана Трост. Пожалуйста, Диночка, я передаю вам микрофон. Ваши воспитанники уже готовы к концертной программе. Пожалуйста, аплодисменты! Дорогие земляки, мне очень приятно, что я могу присутствовать на этом вечере и видеть все родные лица, и видеть своих бывших соседей, своих друзей, с тем, встретиться с теми, с кем начала школу, когда я училась в музыкальном училище. И мне очень приятно, что я могу украсить сегодня этот вечер выступлением детей школы имени Шостаковича. А еще я хочу поблагодарить родителей, которые в эту дождливую погоду привели своих детей для того, чтобы они выступили на этом празднике. Окей, мы начинаем свой концертный номер. Конечно, еще болеть.
Вы тоже? То есть к нам в гости, приветствую черночан, пришла руководитель, главный дирижер, директор People Travel Club Марина Ковалева, популярная ведущая многих телепрограмм. Артем, аплодисменты, пожалуйста, Мариночка. Пожалуйста. Марина Ковалева. Добрый вечер, дорогие друзья. Это на самом деле очень неожиданно. Я оказалась в центре этого зала. Я хочу сказать, что все неожиданно. Я никогда не видела так много людей сразу вместе, приехавших из одного города. И я думаю, что это счастье, что вы так собираетесь вместе, что вам хорошо друг с другом, что вы не стараетесь уйти друг от друга, забыть о своем происхождении. Я просто вас поздравляю. И я когда сюда входила, меня все с удивлением спрашивали: а вы что, из Черновиц тоже? Ко мне даже подошел один симпатичный молодой человек и начал рассказывать про какую-то белую церковь. И говорит: вот я жил там, вы помните? И мне было очень неудобно сказать, что я не помню и на какой улице я жила, потому что у меня на самом деле в Черновцах не было улицы. Но у меня есть одна маленькая история про Черновцы, коль мне дали уже микрофон, и я ее расскажу. И вы поймете, что, наверное, хоть меня пригласили сюда, даже не понимаю, почему. Мне сказали: вот собирается Черновицкий, будет 500 человек. Я пришла посмотреть, не обманываю, для меня может и такое быть, что 500 человек из одного города собираются все вместе. Я поняла, что это может быть. У меня есть чудная история. Я сама не жила никогда в Черновцах, но всю жизнь в Черновцах жил мой отец, которого я никогда не знала. И когда я приехала в Нью-Йорк, в первый же день я села в метро, вернее, на второй день после приезда, и вдруг ко мне подошла одна женщина, это было 17 лет тому назад, русских не так часто можно было встретить. Подошла ко мне и сказала: вы из Черновиц, вашего отца звали Федя, я вас знаю. Я была потрясена, потому что я сама своего отца не знала, но она меня вот так узнала и узнала меня как черновицкую. Поэтому я понимаю, что все годы, которые вы меня не приглашали, это было неправильно. А то, что вы меня пригласили в этот раз, это правильно. У меня есть возможность вас всех поздравить с тем, что мы с вами уже не в Черновцах. Пожелать вам счастья, здоровья, удовольствия в каждом дне. Будьте рядом друг с другом, это замечательно. И на прощание, потому что мы как бы всегда всех приглашаем на праздник, я хочу вас спросить: а вы идете на главное событие года песни 97? Спасибо. Я вам открою один небольшой секрет. Через несколько часов у Марины очень большой праздник, у нее день рождения, такой бывает раз в столетие, когда Ковалева пришла на встречу Черновицких. Мариночка, мы от всей души тебя поздравляем с днем рождения. Мы желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, процветания твоей фирмы, здоровья твоей дочери, счастья и большого в жизни. Всего самого доброго, аплодисменты черновчане, Марина Ковалева. Спасибо большое. Я хочу сказать, что завтра мне готовят сюрприз, потому что я никого не приглашала, и я буду дома. И если вы захотите приехать ко мне, я вас всех приглашаю. Я буду счастлива. У меня завтра день открытых дверей. Пожалуйста, у меня дома, не в ресторане. Спасибо. Единственный день в Нью-Йорке. День рождения Марины. Спасибо, Мариночка. А сейчас, дорогие друзья, я приглашаю на ковер воспитанников спортивной школы «Виктори», старший тренер, директор школы Лазарь Райштадт. Пожалуйста, аплодисменты, ковер в центр танцевальной площадки. Так. Воспитанники группы «Дзюдо» школа «Виктори». Уважаемые, любимые наши земляки-черновчане,
Школа Виктори – это школа Победа. Ее ведет наш черновчанин, земляк Лазар Гречтадт. Дорогие друзья, в Америке впервые учрежден титул «Заслуженный мастер спорта». И вот заслуженный, первый заслуженный мастер спорта Америки, первый заслуженный мастер спорта в этой прекрасной стране, наш черновчанин Лазар Гречтадт. Аплодисменты, пожалуйста. Старший тренер школы Виктори Лазар Райх, первый заслуженный мастер спорта Америки, воспитавший мировых чемпионов, призеров, первенств очень многих игр. И я хочу вам, дорогие друзья, от имени всех черновчан пожелать крепкого здоровья, удачи, счастья, олимпийских побед вашим воспитанникам. Аплодисменты, пожалуйста. Кумыни, дорогие, а земляки, будьте здоровы, долго-долго, и дай Бог, чтобы ежегодно мы так могли многие годы встречаться. Счастья, любви, радости всем вам. Вы этого достойны. Спасибо вам. Дорогие друзья, черновчане, мы счастливы, что мы здесь, в Америке. Но мы вас не забываем. Но я скажу, что я приехала специально с Атланты на эту встречу. Я 8 лет ждала этого, и, как говорится, моя мечта сбылась. Мне очень понравилось. И я встретила здесь очень-очень много людей, которых я не видела очень много-много лет. И, конечно, я получила очень большое удовольствие, и встреча очень интересная. И спасибо тем людям, которые делают такие встречи. Здравствуйте все. Здравствуйте, дорогие люди. Здравствуйте, знакомые лица. Я очень рада сегодня присутствовать на этой встрече.
И я хочу передать привет всем моим коллегам, учителям 4-й школы города Черновцы. И хочу передать привет моим друзьям и коллегам еврейской школы города Черновцы. Большое вам спасибо за то, что мне предоставилась возможность работать с вами за прошедшие годы. И за то, что все было так хорошо. Ведь память богата именно хорошими воспоминаниями и добрыми пожеланиями. Я хочу сказать вам, что на самом деле вы будете всегда, вы были всегда, и вы всегда в наших сердцах. Большое всем спасибо. Мы очень благодарны за сегодняшний вечер. И нам было очень радостно видеть всех остальных, которые сегодня присутствуют. Я в этом месте, да, сегодня, 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 да, сегодня
сегодня очень радостный день. Много черновчан встретились в Нью-Йорке, на земле Америки. Весело проводим время, друг с другом общаемся, вспоминаем старые времена. Здравствуйте, я хочу поприветствовать всех присутствующих в этом зале с большим праздником встречи черновицких. Мы, я и мой муж, мы тоже из Черновиц. Приехали 15 лет тому назад. Мы очень рады встрече со всеми здесь. Встретили очень много знакомых, друзей, школьных, товарищей. И нам очень приятно эта встреча. И как мы относимся к этой встрече, абсолютно с большим теплом, с большой любовью. Потому что очень приятно чаще бы проводить такие встречи. Это очень важно для нас, черновицы. Спасибо большое. Следующий танец, который мы предлагаем вашему вниманию, в нашем конкурсе. Вы готовы, маэстро? Это очевидно будет. Итак, естественно, вальс. О, вальс. Такой поезд и вальс. Кавалеры приглашаются нам. Давай танец нашего конкурса. Спасибо, аплодисменты, пожалуйста, всем участникам нашего конкурса. Итак, уважаемые жюри, я прошу вас выбрать, пожалуйста, на сцену. На сцену. Пожалуйста, на сцену. Пожалуйста, на сцену. У нас жюри неподкупное, взяток не берет ни бутылками, ни деньгами. Итак, я прошу вас, уважаемые жюри, я прошу вас шесть призов нашего танцевального конкурса. Прошу, пожалуйста. Everything was very, very good. Thanks a lot.
Вы выглядели великолепно. К сожалению, я не знаю ваших имен. Позвольте мне использовать вашу одежду. Окей. Девушка со светлыми волосами в черном платье с этим молодым человеком. Here we go. Аплодисменты, пожалуйста, в центр танцевальной площадки. Аплодисменты. Я прошу вас сюда подняться. Подняться на сцену, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Это Юля, моя дочь. Чемпионка мира по борьбе самбо 1991 года в Монреале среди женщин. Сейчас танцы – это ее хобби. Это мой папа. Заслуженный мастер спорта по борьбе самбо первый. И директор школы Victory Sports School в Бруклине. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие друзья. Приз вручает Маркушир. Пожалуйста, маэстро Душ, аплодисменты в зале. Первые призеры нашего конкурса. Покажите приз. Покажите, пожалуйста, приз всему залу. Аплодисменты. Аплодисментами сопровождаем наших призеров. Аплодисменты, черновчане, не спите, пожалуйста. И в шлюф там написали. Представьтесь, пожалуйста. This is my girlfriend for 31 years, Dr. Galina Gelman. And we dance for profession, the rest is hobby. Very nice, thank you, you're welcome. Please, Mark. Аплодисменты, пожалуйста, маэстро Душ. Следующая пара. Следующие призеры я только что имела. Нет, молодой человек, я его потеряла. Извините, я буду говорить стиль прически. Значит, прическа Вы видите, что сделала с нами ребенком Америка за 2 года. Она уже забыла русский язык. Аплодисменты, пожалуйста. Итак, следующая пара. Я уже вижу этого молодого человека. Он стоит прямо за камерой. I'm sorry. Ваш танец был просто великолепный. Спасибо. Вау. Я прошу вас на сцену. Эту прекрасную пару. Будьте добры, представьте. Маме дать приз за воспитание, да? Пожалуйста, представьтесь. Меня
Меня зовут Алек. Рядом со мной моя жена Инна. Мы вместе 8 лет. Я думаю, что мы проживем дальше еще 30 минимум. Пожалуйста, аплодисменты, маэстро Душ. Ваши аплодисменты, черновчане. Приз, пожалуйста, покажите нам. Спасибо. Спасибо. Следующая танцевальная пара, Вика. Следующая танцевальная пара вот прям передо мной. Потрясающие люди. Спасибо большое, вы очень элегантны. Прошу вас. Пожалуйста, аплодисменты. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Шура, я учительница из Черновиц, это мой супруг Семен. Очень приятно, маэстро Туш, пожалуйста, приз. Аплодисменты, пожалуйста. И последний приз нашего танцевального вечера. Я прошу всех замереть, потому что уже больше нет призов. Я понимаю, что сегодня гораздо больше пар танцевало прекрасно, чем мы можем вам вручить сегодня призы. Тем не менее, я приглашаю на сцену, пожалуйста, следующую танцевальную пару. Аплодисменты, пожалуйста. Представьтесь. First of all, it's the honor to be here. Спасибо большое. Меня зовут Люба. Муж. Хоть мы не чемпионы мира, мы тоже любим потанцевать. Спасибо. Наши чемпионы танца. Для всех конкурсантов. Я приглашаю всех конкурсантов на танцевальную площадку. Пожалуйста, пожалуйста, аплодисменты победителям конкурса. Все ты, все на сегодня, все ты, а ради моего мира, все.
Аплодисменты, пожалуйста, аплодисменты нашему жюри. Спасибо, дорогая, спасибо, Мария. Спасибо вам, Сюзанночка, спасибо, Вика. Всего вам доброго, спасибо. Я приглашаю в танцевальной площадке Елизавету Петровну, нашу гостью из Щедовиц. Пожалуйста, Елизавета Петровна, еще раз поблагодарить вас за то, что вы смогли приехать к нам сюда, в Нью-Йорк. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, всего вам самого доброго и вручить вам на память этот памятный сувенир о нашем вечере. Аплодисменты, пожалуйста. Аплодисменты, спасибо. Дорогие друзья, в адрес нашего вечера пришли 4 видеокассеты. Я думаю, что многие из вас закажут. Это видеоматериал, который невозможно смотреть без слез. Этот видеоматериал был снят в Черновцах во всех учебных заведениях. Везде были собраны педсоветы. Дорогие учителя, это были ваши коллеги. Дорогие ученики, это были ваши учителя. И они всех вас поздравили. Эту титаническую работу в Черновцах проделал наш уважаемый Владимир Бойко. Я вас прошу передать ему этот памятный сувенир от черновчан, живущих в Нью-Йорке, живущих в Америке, живущих в Канаде, в Израиле и в других частях света. Спасибо! Аплодисменты, пожалуйста! И так далее. С кем самозабвенно болели за свою Буковину на стадионе с названием «Буковина»? С кем сидели за одними столиками в Днестре, Киеве, Пролиске, Чермаше, Сайгоне и Горизонте? С кем просто встречались на Ковалянской филармонии или в бане Новоженко? Судьба разбросала нас сейчас по разным сторонам планеты. Вас в Америку, нас в Австралию. Но где бы мы ни были, в душе мы всегда остаемся черновчанами. Выходцы из самого знаменитого среди маленьких и самого маленького среди знаменитых городов Европы. Городов, города, который является родиной Йозефа Шмидта, Владимира Ивасюка, Сиди Так, Софии Ротару, Ольги Ковырянской, Лезы Штейнберга, Хайма Маламуда, Йосифа Бурга, Яна Табачника, Давида Степановского и даже Тусика Тубершлага. С нами всегда наш театр, наши распрекрасные Каличанка, наш пруд, наша Цецина. Я не буду утомлять ваше внимание, дорогие друзья. Это прекрасное послание прислали нам наши земляки из далекой Австралии. Землячество черновицких из Австралии. В адрес нашего вечера пришло поздравление также от Берты Иосифовны Гинзбург из города Черновцы. Спасибо за внимание. Сегодня праздник большой. Здесь собрались черновчане. Я никогда бы не мог подумать, что город может так объединить. Ощущение такое, как будто бы собралась большая семья, 600 человек. Представляете? Удивительно. Вы знаете, как будто бы все родственники, все друг друга знают. Но, конечно, я тут человек случайный, потому что я приглашен, так сказать, для развлекательной программы, повеселить. Но они вообще такие веселые. Я не знаю, удастся мне сегодня это. 3 года назад я был в Черновцах. Поехал на гастроли с Яном Арглазовым. Знаете, этого артиста, который мужик. Вот. Приехал туда, очаровательный город, но ощущение, что он пустой. Может быть, потому что нет этих людей, потому что они уехали. И сейчас, я тут совсем недавно, всего 5 месяцев, я вспоминаю Москву и думаю, вот сегодня каждый сам по себе. И вот если бы москвичи могли хотя бы на один день приехать сюда и увидеть этот праздник, эту огромную семью, я даже, когда я узнал, какая причина, знаете как, у нас в Москве же только могут собраться по большим юбилеям каким-то, 850 лет в Москве или там, у кого-то юбилей, вот, презентации какого-нибудь учреждения, 5 лет Госбанк, я не знаю.
Вот. Но здесь люди просто собрались, потому что они хотят пообщаться. Потому что они хотят друг друга увидеть. Потому что они хотят сказать, мы черновчане и продолжаем оставаться друзьями одной семьей. Вот и здесь, в Нью-Йорке. Я им ужасно завидую. Но по-хорошему, знаете, так завидую. И вот я сегодня здесь, я не знаю, удастся ли мне что-то им оставить, но то, что я наберусь вот этого чувства товарищества, дружбы, может быть, мне это удастся, как никому. Спасибо. Автора монологов для Аркадия Райкина Геннадия Казанова, Евгения Петросяна, Валерия Винокура, Ефима Шифрина, Клары Новиковой. Фух, накопился. Аплодисменты, пожалуйста, мой друг. Аплодисменты в зале. Мой друг Альберт Левин. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, я просто... Тодик, если можно, стоечку, а то потом в руках будет тяжело. Я, вы знаете, специально пришел пораньше, и я вот уже на протяжении 2 часов просто радуюсь. Я удивляюсь, как вот вы, как это может город объединить. И вот я смотрю, как будто гуляет одна семья. Это, знаете, это для меня, человека, который только 5 месяцев как приехал, для меня это... Ну, в Москве такого нет, поверьте мне. Уж я эту жизнь в Москве очень хорошо знаю. У меня все спрашивают, как вы, вот вас снимали по телевидению, и в программе «Аншлаг-Аншлаг», и «Смехопанорама», и писали таким популярным артистам, как это вы могли уехать, как говорится, вот на вершине всего, чего только можно иметь. Значит, на этот счет есть такая притча современная. Клинтон обратился к Богу, сказал: «Боженька, когда у нас в Америке не будет преступности?» Бог сказал: «Через 120 лет». Клинтон заплакал и сказал: «А, это я не доживу». Мейджор обратился к Богу, сказал: «Боженька, когда у нас в Англии не будет безработицы?» Бог сказал: «Через 100 лет». Мейджор заплакал и сказал: «А, это я не доживу». И, наконец, Борис Николаевич Ельцин, президент России, обратился к Богу: «Боженька, когда у нас в России будет нормальная человеческая жизнь?» Бог заплакал и сказал: «А, это я не доживу». Поэтому я решил, ну чего же ждать, какой смысл, и решил приехать. Тем более, что 3 года назад я был в Черновцах на гастролях вместе с Яном Арлазоровым. Вы знаете этого артиста, я ему тоже пишу, вот который мужик, помните, мужик? Вот, я приехал в Черновцы, вас нет там, и я понял, делать нечего уже, надо уезжать. Вот, и я очень рад тому обстоятельству, что я вас здесь увидел, и думаю, что, ну знаете как, юмор, он везде юмор. Это и в России юмор, и здесь юмор, главное, так сказать, наблюдать. Вот мои маленькие наблюдения. Никогда не говорите вслух об исключительности евреев. Это неприлично. Просто перечислите фамилии. Эйнштейн, Чаплин, Ротшильд, Левитан, Ландау, Утесов, Бродский. А потом невзначай спросите, они случайно не евреи? Сколько раз я говорил, не ходить к парикмахеру Моне. Он бывший коммунист и все время стрижет меня под Ленина. Как-то попросил постричь под дядю Сэма, он ответил: «Для этого у меня не хватит ни денег, ни волос». Вы знаете, почему евреев не берут в космос? Они всюду просят политического убежища. Какой замечательный часовщик Яша. Только взглянул на мои часы, и они пошли. Потом он посмотрел на меня, и $50 как не бывало. В Бруклине я вошел в автобус номер 1 и громко сказал: «Евреи, все как один обернулись». И никто не обиделся. Муж Лева рассуждает перед сном: «Если бы я родился в Израиле, у меня было бы 10 детей. Если бы в Америке 5-6. Фира, ты уже идешь спать?» «Ой, я так устала». «Вот, сразу видно, что мы из России». С
секс по-еврейски. Зяма, ты закрыл дверь? Закрыл, золотко. Свет везде потушил? Везде. Когда ты починишь кран? Завтра. Что у тебя руки холодные? Сейчас согреются. Тебе завтра рано вставать? Рано. Так что ты морочишь голову? Уважаемые господа, сегодня, в этот прекрасный майский день, у нас встреча с нашими дорогими, милыми черновчанами. Встреча! Какое-то прекрасное слово! Сколько мы поэзии, вдохновения прекрасного! В эту минуту мне вспоминается школа, учащиеся, как спецсоветы, совещания, конференции. Мы, учителя, воспитывали подрастающие поколения, сеяли доброе, вечное, разумное и передали эстафету нашим учащимся и нашим родным детям и внукам. И сегодня приятно сказать, что наши дети с достоинством выполняют наш пример, принося большую пользу на нашей новой родине, работают, учатся, дерзают. В нашем зале находится прекрасный писатель Моисей Ловер, который печатается на страницах наших газет и журналов. Мне приятно сказать, что читая его произведения, которые приносят нам радость и вдохновение. Спасибо ему. Что вам можно пожелать, мои дорогие черновчане? Здоровья! Здоровья! Еще раз здоровья! Дожить до глубокой старости, но без старости. Я прошу вас, мои дорогие, пока сердце бьется, глаза горят, никогда не старейте. Будьте молоды. Мне хочется от имени вас поблагодарить замечательного человека, Виру, которая нам преподнесла этот подарок. Пожелать ей здоровья, вечной молодости, дерзать, приносить людям радость. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Изольду Петровну, которая приехала к нам из Черновиц, Нью-Йорк. Пожелать это учитель высшего класса. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов. Я прошу вас, дорогие, поднять бокалы за нас всех присутствующих и отсутствующих, которые всегда вместе с нами. Я надеюсь, что мы теперь будем чаще видеться. И все, что я буду писать, я буду вам показывать, потому что вы для меня сейчас самые близкие. До Москвы далеко, а до вас близко. Спасибо за внимание. Господа, сегодня мы присутствуем на встрече Черновицкой. Это знаменательная дата в нашем городе. И это прекрасная дата, потому что город Черновцы всегда был дружным. И все друг друга знали. Добрый вечер. Меня зовут Сергей Золотухин. В настоящее время тружусь в секретариате Организации Объединенных Наций, где занимаюсь переводом с английского, французского языка на русский. И, собственно говоря, сегодня присутствую первый раз на этой встрече, которая является четвертой по своему счету. Очень рад встретить здесь многих земляков. Вот. И особенно было приятно встретить своих преподавателей, учителей, которые, в общем-то, начинали учить меня английскому языку. Вот. Прилагаю для этого большие усилия. Вот. Но не помнят об этом. Но тем не менее, их занятия, их настойчивость и усердие, я считаю, увенчались успехом. А мне очень пригодились. Я им очень благодарен. Желаю им крепкого здоровья. Вот. Большого счастья. С детьми, с внуками, внучками. Главное, долгих лет жизни и
сумасшедший встречает своих благодарных учеников. И всех-всех вам. Самое главное – здоровье. Еще раз вам всем большое спасибо. Спасибо, спасибо. И до следующих встреч здесь. Добрый вечер, дорогие поселяки. Рада присутствовать сейчас на этом особом вечере, вечере, посвященном бывшим ученикам и бывшим учителям школы, школ города Черновцы. Я за третий раз на этой встрече, но сегодняшняя встреча – особая встреча в моей жизни. Я в этой школе преподавала английский язык, не зная о том, что моим ученикам в будущем пригодится очень этот язык. Рядом со мной стоит один из моих учеников, Сережа Золотухин. Я горжусь им, хоть он был в числе хороших учеников, не желающих всегда изучать английский. Я благодарна своей судьбе за то, что, оказавшись на земле Америки, я снова продолжаю свою работу. В этот раз я обучаю русскоговорящих иммигрантов английскому языку, помогаю им стать гражданами Америки. Я горжусь этим. Спасибо вам огромное за такую прекрасную встречу. Добрый вечер. Я преподавала в 9-й средней школе города Черновцы 37 лет. И сегодня я встретила очень много своих выпускников. Мне очень приятно, что они помнят нас, звонят, пишут. А эта встреча – это особое счастье, когда видишь людей, которые когда-то были детьми, а теперь стали такими хорошими людьми. Тем, кто смотрит эту передачу, что я пришел на этот вечер, потому что принес свои картины, потому что хочется их вообще-то как в плане бизнеса продать, но и в плане сделать что-то доброе людям. Вот здесь за весь вечер уже очень много людей подошло, спрашивало, узнавало что-то. Это у них вызывает какие-то положительные эмоции, воспоминания. В общем, они счастливы, это меня радует. И, ну, конечно, и как бизнес. Я родился в этом городе, я там прожил всю юность свою, это больше 20 лет. Очень люблю этот город, поэтому я его рисую. Я вкладываю всю душу в эти картины. И я надеюсь, что мой бизнес будет идти хорошо, и людям будет очень приятно. Пожалуй, это два самых основных принципа, что я хочу вынести из этого мероприятия, что я задумал. Здравствуйте. Доброе утро, наши дорогие далекие земляки. Это говорим не только мы, черновчане. Это говорит ваш любимый город, давно слившийся с вами и ставший вашим «я». Он все еще слышит шаги ваши по брусчатках и тротуарах. Потому что, покидая Черновцы, оставили им свою энергию, свою ауру, наполнившие ею дома и улицы. И поэтому мы слышим ваше дыхание и стук ваших сердец. Кто-то из мудрых людей сказал: «Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе». И пусть
пробуждаются и оживают воспоминания. У каждого из вас были здесь любимые уголки скверы, улицы и парки. Мы не можем показать все, но, понимая и любя вас, думаем, что наши чувства совпадают. И потому беру на себя смелость несколько минут быть вашим гидом. Наши небольшие, но уютные Черновцы шармом некой романтичности называли маленьким Парижем и маленькой Веной, ибо красота его неоспорима. Многие большие фильмы рождались здесь. Если вам надо Париж, Вена, Берлин и другие страны Европы, говорили продюсеры фильмов, поезжайте, снимайте его в Черновцах. Здесь вы найдете и архитектуру, и цокольные верхушки домов, и уютные улицы. Но это маленькое отступление. Это просто красоте. А мы с вами, к слову, тоже воспитывались на ней, впитывая ее с детства. Да, здесь вы родились, здесь родились ваши деды, здесь вы влюблялись, учились, женились. Отсюда вы уезжали навсегда. И поэтому наша первая остановка на вокзале. Здесь был последний взмах руки любимому городу и нам. Хотелось больше вобрать в себя то, что оставляли, слушаться, еще раз оглянуться, вспомнить, чтобы проститься. И дым Отечества мне вечно будет сниться, и чистый снег, весенняя капель. Все, что осталось здесь, уже не возвратится, но, переплавясь, в ностальгию превратится. Мы идем с вами по Черновцам. И хотя все, что видите, уже далеко от вас, оно слилось с вами навсегда. Может быть, там за океаном есть прекрасные площади, но эта небольшая театральная площадь, конечно же, дороже всех. Заядлые театралы, вы любили наш театр. Дворец секстильщиков, дом офицеров. Сколько раз счастливыми поднимались по их этажах, сами и с любимыми. Зимой катались здесь на санках, а повзрослев прохаживались субботними и воскресными вечерами этой площадью и улицами, прилегающими к ней. Как обыденно казалось нам это тогда, и как необыденно и дорого оно сегодня. Это учебное заведение, находящееся на театралке, Черновицкий мединститут, давшие не только профессию многим из вас, но и звание ученых. Что ни говорите, а тут, на театральной площади, был свой микромир. Мир искусства и музыки всегда был с вами. Вы, конечно, узнали филармонию. Она была вашей. Сколько прекрасных концертов
было вами, благодарными зрителями, прослушано и поглощено. Вы умели это делать красиво. Но излюбленным местом всех горожан была Кобылянская, если хотите, подум мод внешнего самовыражения и своеобразного самоутверждения. И пусть мы были немного мещане. Разве это плохо, что Кобылянская объединяла вечерами всех нас, молодых и пожилых, богатых и не совсем богатых? И когда вы приедете сюда, она снова соединит нас. И уж, конечно, новый ресторан «Цимис», где вместе с вами отведаем еврейскую национальную кухню по-черновицки. Пройдете с любимыми улицами, перекрестками, где каждый помнит ваши радости и печали. И небольшая улица Шалом Алейхема, и трогательная Барбюса, и большая Ивана Франка, и самая большая улица Ленина. Сейчас она называется Головная. Именно эта улица ведет к вокзалу. Она соединяла пруд и рогатку, разделяя город на два больших района. На этой улице отели, школы, парк, стадионы. Возможно, многие из вас и родились на ней, в роддоме номер один, возможно. У каждого из вас был свой дом и свои окна. Уезжая, вы закрыли их. Теперь совсем другие горожане смотрят из этих окон. Но я счастлива, что открывала их вместе с вами. Твои окна, Лена Заболотная, Кевритская, из Брэндон-Сити, что в Нью-Йорке. Моя совесть и радость, мой незабвенный друг. Вместе с вами мы ходили по улицам, учились, делили радости и печали. Учились понимать друг друга, любить, прощать и выбирать все прекрасное, что окружало нас. И все-таки сердце города – это центральная площадь. Красная площадь, как мы ее называли раньше. Через эту площадь вы обязательно проходили, идя на Русскую улицу, Университетскую, Театральную площадь. Здесь наша мэрия. Впервые прямым открытым голосованием мы выбрали мэром города Николая Федорука. Он много делает для города и его людей. Энергичный, спортивный, открытый и доступный. И тоже влюблен в черновцы. Николай Трофимович, это интервью не совсем обычное. Это интервью, можно сказать, для тех, кто далеко от нас, и кто в наш день города всегда с нами. И поэтому там далеко у них тоже есть день города Черновцы. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать черновчан, которые волею судьбы оказались далеко, за тысячи километров, за океаном, вдали от нашего города. Города Черновцы, вечно молодого, вечно старинного. Я вот несколько минут назад прошел по улице Кобылянской, и мне что-то подумалось, что эти камни помнят ваши шаги, помнят ваши улыбки, помнят ваши радости, помнят ваши и какие-то трудные моменты. Город помнит всех своих сыновей и дочерей, помнит всех черновчан. И я хотел бы, приветствуя всех вас, сказать о том, что несмотря на трудности, несмотря на то, что в этом году
и весна немножко задержалась. Вот мы все-таки всегда вас ждем здесь. А планов у нас очень много, причем конкретных. Мы уже в прошлом году приступили к реставрации некоторых зданий на улицах нашего города. В планах реставрации улицы Кобылянской мы буквально через неделю-другую начинаем менять тротуары, ставить тротуарную плитку, реставрировать улицу Кобылянской. И ждем вас в Черновцах. 4-5, а точнее первая суббота и воскресенье октября месяца каждого года у нас проходит День города. И у нас есть тоже такая мечта о том, чтобы в один из дней города, может и в этом году, приехало как можно больше черновчан, которые родились или жили в нашем прекрасном городе. Я хотел бы пожелать вам здоровья, пожелать вам счастья, радости и сказать, что мы всегда помним вас и надеемся на встречи с вами и на плодотворное хорошее сотрудничество. Спасибо вам и всем привет. Так уж получилось, что день, в который мы брали интервью, был первым солнечным днем этой долго неприходящей весны. Впрочем, как и прежде, дождливая весенняя погода сопровождала нас и на кладбище. Место, которое будет всегда тянуть вас сюда. Потому как мы относимся к могилам предков, определяется цена наша как человека. Сегодня эти могилы грустят, они одиноки. И редко можно увидеть здесь посетителей. Я стояла под дождем и думала, как наша жизнь похожа на пылающий метеорит, несущийся сквозь ее пространство. Пока летит, это красиво, но когда-нибудь, неизбежно, он должен упасть. И лежавшие под камнем ведь тоже пылали, любили, жили ваши деды и прадеды, любили город и вас. Помолчим, отдавая память и любовь вашу. И я, придя к святому вечному покою ваших предков, отдала дань вашей скорби. И когда вы сами придете сюда, к могилам своих предков, зайдите и в университет, многие из них учились там. Для целых поколений университет был альма-матерью, красивейшее сооружение нашего города, ворота которого стали визитной карточкой черновцов. Делая съемки, мы, дорогие земляки, были с вами. Мы чувствовали вас и слышали ваше дыхание. И потому надеемся, что этот душевный мост всегда будет соединять нас. Сквозь промелькнувшие годы, дорого чувство вдвойне, одолевая невзгоды, ты улыбаешься мне. С возрастом просто труднее нам привыкать к новизне. Просто я помнить умею. Ты улыбаешься мне. И поэтому мы не прощаемся и говорим: до свидания, дорогие наши земляки. С вами были все черновчане, а еще те, кто старался оживить ваши воспоминания. Евгений Давыдов, Василий Гдегоряк, Наталья Яскевич, Бронислав Маковский, Галина Гафичук и ваш гид Людмила Егорова.
Мы все вас помним, любим. И не забывайте нашу школу, не забывайте свою школу. Приветствуем из далеких стен. Мы вас помним, мы вас любим. Тепло наше согреет вас там далеко. Дорогая Лиза Исаковна, еще раз от всего коллектива огромное-огромное спасибо, что вы нас не забываете. Чтоб там не сталось, чтоб сердце спевалось и не сважалось на лета. Успехов. Я хочу передать привет всем черночанам, всем тем, кто играл в камерном оркестре, кто работал со мной в школе. Всем. Мы вас помним, нежно любим. И надеемся, еще будем музицировать. Ну, кому, раз там будет Степановский организатор, то, конечно, в первую очередь хочется ему передать привет и пожелать становления ему на той земле. Войдештир, войс нас майдале веймен хоблип. Ост из дес кесле, от из дештип. От из дес майдале веймен хоблип. От из дес кесле, от из дештип. От из дес майдале веймен хоблип. Где эта улица и где этот дом? Отшумел, отзвенел наш прекрасный вечер, вечер встречи черновицкой, вечер встречи с нашей юностью, вечер встречи с нашими родными учителями. Не все учителя смогли быть на этом вечере. Много наших учителей осталось в Черновцах. И вы знаете, дорогие друзья, когда я просматривал видеоматериалы, которые нам прислали из Черновиц, которые снял любезно для нашего вечера Владимир Бойко, нельзя было удержаться от слез. Потому что, когда ты видишь на экране телевизора лица, родные лица, лица, которые очень многое значат в твоей жизни, и эти люди обращаются к тебе. Мне очень трудно найти те слова, слова благодарности, которые можно сказать сегодня, в этот миг. Мне очень хочется по прошествии нашего вечера от всей души поблагодарить вас всех, дорогие черновчане, всех вас, дорогие учителя, которые приняли участие в съемках для нашего вечера. Пожелать вам всем здоровья, счастья и добра. Мне хочется выразить свою сердечную благодарность своим учителям, Ивану Николаевичу Лебенецкому, прекрасному пианисту, моему большому другу Валерию Абрамовичу Ломанцу, моему любимому учителю Юрию Николаевичу Гине, моему большому другу, композитору Леониду Затуловскому, он тоже мой учитель. Я плакал, когда я смотрел кадры, когда вы обращаетесь ко мне. И вы знаете, когда уезжал из города, я сказал такую фразу, что мы, уезжая из Черновиц, переезжаем в другие страны, переезжаем в другие города, но мы никогда не сможем уехать из нашего города, мы никогда не сможем уехать от вас, и так это случилось. Вот когда я вел вечер встречи черновицких, это было очень видно. Никто никуда не уехал. Вы знаете, когда перед началом вечера мне довелось быть впервые в жизни мальчиком, который рекламировал газету «Буковина». Я видел во многих фильмах, как ребята, мальчики продают газеты, а вот на этом вечере мне пришлось самому это делать. И вы знаете, эту газету покупали, и она нашла очень большой и добрый отклик в сердцах черновчан, которые присутствовали на нашей встрече. И вот мне хочется сегодня от всей души пожелать вам, дорогие
наши дорогие сотрудники редакции газеты «Буковина». Спасибо вам большое за то, что вы сделали для нас, за то, что вы помните о нас. Я знаю, что мост между нами и вами навела Лилия Костюк. Огромная вам за это благодарность. Я помню всех вас, мои дорогие друзья. Я помню своих коллег по оркестру, по черемушу, всех сотрудников, с которыми я работал много лет, своих соседей, своих больших друзей, которые сыграли очень большую роль в моей жизни. Спасибо вам. Всего вам еще раз доброго. И до встреч. Я надеюсь, что мы с вами обязательно когда-то встретимся. Или в Черновцах, или в Америке, но мы обязательно встретимся с вами. Кира Абрамовна, дорогая, добрый день. Добрый, чуткий, отзывчивый, надежный друг. Когда ты была с нами рядом каждый день, все эти качества казались мне, само собой, положенными. Теперь, когда нас разделяет такое расстояние и годы, я с таким чувством благодарности вспоминаю, какая же ты была надежная. С тобой можно было горы вершить, в бой идти, чтобы все решить. Дорогие мои коллеги, я сегодня выступаю от имени всех учителей, которые находятся в Америке. Мне хочется вам сказать, что нам было очень-очень приятно видеть вас всех. Когда мы увидели здание школы, сердце дрогнуло. Вспомнилось о очень-очень многом. О учительской, где мы проводили столько времени. А кабинет английского языка, где мы с Александрой Азиковной всегда проводили воспитательные часы. Мы хотим сказать большое спасибо Василию Григорьевичу за память. Мы помним тоже его и благодарим за очень многое, что он для нас делал. Дорогая Тамарочка Валентиновна, самое лучшее воспоминание – это о том времени, когда мы были вместе. Спасибо вам за вашу искренность, за вашу доброту, за вашу человечность, за вашу поддержку. Низкий поклон вам от всех нас. Добрые слова хочется сказать в адрес Анастасии Георгиевны, Галины Иосифовны, Вали Тараненко, Аллы Ивановны, Верочки, Светочки, сестры Иры Пастуховой. И всем привет нашим ветеранам. Мы вас всех помним, любим. И очень бы хотелось еще раз повидаться со всеми. О своей жизни мы вам пишем в письма. И поэтому об этом мы говорить не будем. Мы очень часто вспоминаем и вас, и школу, и бывших наших учеников. Мы вам от всего сердца желаем счастья, благополучия, чтобы у вас в стране все изменилось к лучшему. Мы скучаем за прекрасным Буковинским краем, за его жителями. Мы все вас целуем. Большущий привет ученикам, которые прислали живое письмо. Мы им ответим обязательно. Надо в середине колотится. Добрый день, дорогие коллеги. Вот мы и встретились. Сначала я с вами, а, наверное, встретитесь и вы со мной. Прошло всего 10 месяцев. Вот я увидел школу, и я увидел кабинет директора,
И мне показалось, что мы снова все вместе, и директор дает очередные наставления. Да. А потом появился кабинет английского языка. Я вспомнил много-много случаев, когда англичане отмечали очередные дни рождения и не забывали пригласить меня, за что я вам всегда был благодарен. И вот учительская Анастасия Георгиевна говорит вместе с другими учителями, выступает, и мне показалось, что идет аттестация. Аттестация, которая была как будто бы совершенно недавно, 10 месяцев тому назад. Я еще аттестовался, не знаю зачем. Да, как будто бы мы вместе. Ну что поделаешь, все меняется, изменилось и это. Но оказывается, мы не так далеко друг от друга ушли. Видите, как мы уже через 10 месяцев встречаемся. Я очень вам благодарен. Спасибо, Василий Григорьевич, спасибо, Анастасия Георгиевна, за теплые слова. Я очень люблю эту школу. В ней я провел половину своей трудовой деятельности. Эта школа дала много мне. Я помню всех, всех. Я всех люблю. Никогда не забываю. Что сказать о нас? Нас встретила эта страна хорошо. Встретили родные, встретили друзья. У нас есть что кушать, у нас есть где спать. Если кому-нибудь удастся приехать в гости, пожалуйста, мы всегда вас примем и найдем место для вас. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что встречи у нас еще будут. До свидания. Знаю. Да. Здравствуйте, дорогие мои. Очень приятно было услышать, что вы не забываете меня. Очень приятны были те добрые слова, которые были сказаны в мой адрес всеми вами. Я вас всех очень хорошо помню. И с большой нежностью вспоминаю до сих пор. 30 лет я проработал в этой школе. 30 самых лучших своих лет. Благодаря вам я стал тем, кем я стал в первой школе. И кем остаюсь до сих пор, выше мне уже, конечно, не подняться. С большой радостью я увидел ваши лица. Лица тех, с кем я поработал долгие-долгие годы. Я очень рад, что вы продолжаете славные традиции первой школы, что не пускаете марку первой школы, что наши выпускники все так же продолжают поступать в высшие учебные заведения, радуют вас своими успехами. Я желаю вам в это нелегкое время быть сильными, мужественными, продолжать то доброе, которое мы всегда творили в нашей школе, благодаря чему наши выпускники успешно конкурируют со всеми профессионалами с разных стран мира. Всего вам доброго и до скорых встреч. Зачем? Кого ты зовешь? Кого ты назовешь? Кто же? Ну, такая цветная. Здравствуйте, дорогие коллеги! Рада была увидеть всех вас, да и не всех, наверное. С многими проработала, можно сказать, с первого дня. Рада была увидеть Александру Михайловну, Ларису Владимировну и других учителей. Особенно была тронута тем,
что моя ученица Наташа Воскобойник заняла такое высокое место в городе. Надеюсь, что займет и более высокое место. Я ей, конечно, всю душу свою отдала и говорила директору, что она будет хорошим учителем. Рада, что она пришла работать вместо меня и учит, продолжает учить моих детей. Была встреча Черновицких, на которую приезжал Юрий Ильич Гребля из Лос-Анджелеса. Мы все с удовольствием смотрели и вспоминали нашу школу. Пишите. Особенно жду писем от Наташи. Щиро вітаю найкращу в світі п'яту школу. Дорогі мої друзі, я дуже-дуже вас люблю і пам'ятаю. Велике щире вам спасибі. Бачите, як я пам'ятаю українську мову. А сейчас я скажу по-русски. Огромное спасибо за живой привет, который вы передали мне. Вы меня очень тронули. Я всех вас очень люблю и помню. Огромное спасибо за 19-й кабинет, который сохранился и стал, по-моему, еще лучше. За школу, в которой я провела всю свою жизнь и которую я очень люблю. На вечере было очень много наших учеников, которые с любовью вспоминали пятую школу. Они ее помнят, они ее любят. Это были ученики еще самых первых выпусков. Они меня помнили, пионервожатой. Елена Николаевна, я вас очень-очень люблю. Вы были мне как мама. Толенька, ты молодец. У тебя твой хор известен здесь, в Америке. Мы знаем, что ты забрал все награды. И держи так. Светлана Николаевна, спасибо вам огромное. Я помню вашу заботу обо мне. Никогда не забуду ту поддержку, которую вы мне оказывали, когда мне было трудно. Здесь, в Америке, у меня тоже много друзей. Друзей с нашей школы. Миша Бреннер, Лида Волощук, Маша Билек. Они все вам передают привет. Валечка, мама твоя очень хорошо выглядит. И тебе передают огромный привет. Рядом со мной сидит наша ученица Светочка Ротнер, которая тоже любит нашу школу и передает вам тоже большой привет. Мои дорогие подружки Раечка, Валюша, Лидочка, Марьям Исаевна, я вас очень-очень люблю. Я жду ваших писем, я живу этими письмами. Спасибо вам огромное. Я никогда не забуду, что вы сделали для меня. Мне кажется, что сегодня я живу только потому, что вы меня поддерживали в самые трудные мои минуты. Дорогие мои, любимые, я шлю вам огромный привет с Америки и желаю вам большого счастья. Так, дорогие любимые коллеги, самые-самые любимые. Сейчас я успокоюсь, буду говорить. Я хочу, чтобы наша школа процветала, чтобы коллектив весь вместе, всегда был вместе. Помните. Я всегда с вами. Дорогая Раиса Ефимовна, вы самая прекрасная женщина в мире. Самая обаятельная. Передайте, пожалуйста, это Саше. Галочка, мы помним вашу помощь. Привет, Гриша. Спасибо за все. Алик, помню, как вы мне открывали двери и помогали. Помню, как всегда вы заходили. Помню, как вы организовали наши проводы. Тоже очень вам благодарна. Всех-всех помню. Григорий Иосифович, Ромочка не перестает о вас говорить. Он вас помнит. Спасибо вам за все. Лия, Ефим Николаевич, все, кого я не назвала еще, я всех помню. Всегда, каждую ночь с вами беседую. Хочу еще сказать, что мы счастливы встречи с Изольдой Петровной. Я надеюсь, что буду встречаться с вами.
До встречи. Здравствуйте, мои дорогие, моя любимая 33-я школа. Я все время с вами, все время помню. Очень рада получать письма, а самый большой подарок для меня было увидеть ваши лица. Лариска, я счастлива слышать была тебя, все, Танечка, Вова, Вера Григорьевна. Я вам хочу передать большой привет от Наташи Мусиной. Я ее видела недавно. У нее чудесный малыш, я была в Далласе. Она вам всем передает огромный привет. На встрече Черновицких я видела Жанну Владимировну. Она тоже всем вам передает привет, выглядит прекрасно. Я все время думаю о вас вместе со своей семьей, вместе с мальчишками. Нам здесь действительно хорошо, но мы все время с вами. Лариска, жду писем подробных. Целую вас, вам сказать. Еще хочу передать привет 5-й школе, это моей школе. И 41-й. Галочка, мы помним вас всех. Я плакала днем. Дорогие мои Люба, Валя, Люба Казачек, Таня, увидев вас на кассете, я была очень тронута вашим вниманием. Я была тронута тем, что вы сегодня помните мой день рождения. Да, наша дружба, она была необыкновенная. Она именно была семейной, родной, близкой. Мы всегда друг друга понимали. Я всегда помню, и как мы выполняли план, и как мы работали в субботу, и как мы ездили в колхоз, и как мы пели, как мы веселились, как мы маршировали на демонстрации, и всегда у нас была жизнь веселая, радостная и счастливая. Дорогие мои, я желаю вам счастья, чтобы вы сумели в эти тяжелые минуты выдержать то, что вы сейчас переживаете. И помните, мы все всегда с вами. Вам большой привет передает Золик, Мила, Шура, Макогон. И все-все наши. Счастье, счастье и счастье. Мы рядом всегда с вами. Дорогие друзья, пользуясь возможностью, пользуясь тем, что сейчас идет видеосъемка фильма о нашем вечере, и этот сюжет попадет в Черновцы, я хочу выразить признательность и благодарность всем к тем, кто участвовал в создании этого фильма. Вельмишановний Микола Трохимович, шановні люди наші друзі з Чернівецького телебачення, Євген Давидов, Расим Григоряк, Наталія Яскевич, Ромислав Маковський, Галина Гавійчук та диктор гід наша улюблена Людмила Єгорова. Ми гарно дякуємо вам за ті зворушливі хвилини зустрічі з рідними чернівцями. Ми пам'ятаємо вас і наше місто, нашу рідну зелену Буковину. Нехай вам щастить, міцного вам здоров'я, всіляких гараздів, всього найкращого. Це за дорученням всіх чернівчан, які знаходяться зараз в цьому великому чудовому залі. Я прошу ваші оплески. Гарно, дякую. Продюсер фільму, я прошу вас до мікрофону. Прошу вас сюди. Ця людина зробила неможливе для того, щоб цей фільм прийшов до нас. Приятное было сделать вам, очень приятно. Я думаю, что оно очень много напомнило. Я не говорю, что надо возвращаться туда, но я говорю так, что надо приехать в свой город и увидеть хотя бы один раз в жизни. Он очень красивый. Спасибо. Дорогие друзья, а сейчас я хочу пригласить на эту площадку всех тех, кто принимал активное участие в проведении и подготовке этого вечера. Наш вечер еще не заканчивается, но, пользуясь сейчас паузой, я хочу пригласить сюда всех тех людей, которые внесли очень много для того, чтобы наш вечер сегодня состоялся. Это Рубинштейн Изольда Петровна, учительница города Черновцы. Пожалуйста, Изольда Петровна, аплодисменты в зале. Выходите, выходите, пожалуйста. Очень много для того, чтобы мы получили 4 видеокассеты с поздравлениями нашим учителям, сделал Бойко Владимир, учитель еврейской школы. Пожалуйста, аплодисменты. Он заснял 4 видеокассеты. Продюсер фильма «Шлакман Илья». Это компания «Бука Импекс». Пожалуйста, Илья, прошу сюда. Пожалуйста.
Аплодисменты, пожалуйста. Пожалуйста, ребята, спасибо. Золотухин Сергей, сотрудник Организации Объединенных Наций. Его сейчас нет. Ландсман Дима, художник. Все оформление нашего вечера и эту прекрасную, посмотрите, прекрасный наш символ нашего города, город Черновцы, ворота, сделала фирма David Science на Coney Island. Ландсман Дима, пожалуйста, аплодисменты, прошу вас сюда. Отец и сын Симхович Дима и Симхович Валерий. Они подготовили все стенды, которые висят в фойе. Я не понимаю, что вы прячетесь или вас уже нет? Пожалуйста, выходите сюда. Пожалуйста, не стесняйтесь. Райштадт Лазарь, пожалуйста. Райштадт Лазарь. Спортивная школа Викторы. Пожалуйста. Йофы Любовь Наумовна. Йофы Любовь Наумовна. Пожалуйста, сюда, ко мне. Лиля Костюк, журналистка, которая содействовала спецвыпуску газеты «Буковина», той газеты, которую сегодня вы могли приобрести. Пожалуйста, Лиля. Спасибо. Копельман Анна. Пожалуйста, Копельман Анна. Тубиншлаг Даниил. Дусик, где ты? Пожалуйста, Тубиншлаг Даниил. Спонсор вечера. Школа имени Дмитрия Шостаковича. Дина Трост. Семья Ротнер. Пожалуйста, представители семьи Ротнер. Пожалуйста. Девочка здесь, да? Пожалуйста, сюда. Дорогие друзья, вы обратили внимание, на ваших столах в один прекрасный миг появились очень вкусные конфеты. Эти конфеты доставлены из Черновиц. Это произведение Черновицкой кондитерской фабрики, поставщик и главный дистрибьютор Буковинки Петро Сервис Илья Шлакман. Пожалуйста. Аплодисменты, это были сладкие конфеты. И доставил их сюда представитель торговой фирмы Алик Шерман. Пожалуйста, аплодисменты. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые гости, дорогие черновчане, живет рядом с нами женщина небольшого роста, очень активная, очень энергичная. Мы часто можем встретить фотографии этой женщины во многих газетах нашего города, города Нью-Йорка. Вы его можете видеть рядом с Патаки, и я думаю, что недалек тот час, когда эта женщина оправдает свою фамилию и достучится до президента Америки Билла Клинтона. Это генератор идей этого вечера. Это человек, который неустанно целый месяц, а, наверное, больше, трудился над тем, чтобы мы сегодня собрались вместе с вами. Фира Стукельман, пожалуйста, аплодисменты. Фирочка, сюда, пожалуйста. Пожалуйста, аплодисменты, аплодисменты. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, только что наш уважаемый Давид Степановский всех нас объявил. Давайте же и мы все дружно поблагодарим его за его активное участие в нашей программе, за то, что он сегодня прекрасно провел наш вечер. Мы еще с вами не идем домой. Мы гуляем. Я вас всех прошу поаплодировать всем, кто здесь с нами. Эти люди много поработали. Мы все дружно подготовили этот вечер. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо от имени всех черновчан. Мы зовут Давидыш Ибараюр Нохамол.
Ну, я не знаю, не в Иерусалиме, но в Нью-Йорке мы еще раз встретимся на очередном вечере встречи Черновицких. Спасибо. Наш вечер продолжается. Дусик, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Черновчанка, ее родители, дедушка и бабушка из нашего города, они присутствуют на этом вечере. Итак, встречайте Кимберли Крэмер. Аплодисменты, пожалуйста. Счастье в тумане.
этот остров любви в океане. Как талая вода, а мы растем, и нам так хочется романтики. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, для вас мы будем вечно девочки и мальчики. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, для вас мы будем вечно девочки и мальчики. Когда-нибудь наступит час, мы разлетимся кто куда, и распахнет мечта для нас дороги дальние. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, не зря прощаясь, говорят вам до свидания. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, не зря прощаясь, говорят вам до свидания. И пусть отметки в дневниках забыть не сможем без труда, и переменок школьных маленькие праздники. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, мы любим вас, тихони ваши и проказники. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, мы любим вас, тихони ваши и проказники. Нам снится снежная тайга и молодые города, вы с легкой грустью нас им все же уступаете. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, а это значит, остаетесь в нашей памяти. Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда, а это значит, остаетесь в нашей памяти. Ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра.